Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать букет, сладкий букет для подарка. Итак, что нам для этого понадобится? Конфеты, упаковочная бумага, вот сегодня такого цвета будет, атласная лента, степлер, скотч. Так, для начала мы делаем стебельки. Берем обычную белую бумагу и скатываем ее. Сейчас вам покажу как. Тоненько-тоненько скатываем, насколько у вас получается. Можно даже еще потоньше. И заматываем скотчем. Отрезаем. Один стебель готов. Вот у меня много заготовочек. Так, далее. Нам нужны вот такие вот листики из атласной ленты. Берем. Их очень легко и быстро делать. Делайте как вам надо. Вот, допустим, вот так. Отрезаем. Дальше. Края подпаливаем. И степлером. Можно ниточками пришить, но степлером получится быстрее. Все, вот у вас готово. Таких мы делаем несколько штук. Вот так вот жамкаются они, это ничего страшного. Оставляем так. Итак, берем белую салфетку, сворачиваем ее неровненько. Берем нашу конфетку. Сначала закрепляем степлером конфетку. Раз, два. Дальше сворачиваем салфетку, как нам надо. Вот так. Еще закрепляем. Закрепили. Берем стебелек. Прицепляем к нему. Раз, два, три. Итак, берем наши листики. Клей. Горячий. Клеим листики с одной стороны и вот сзади, чтобы не было такого, с другой стороны. Все, один готов. Еще раз показываю. Берем салфетку, сворачиваем. Крепим нашу конфетку. Раз, два. Салфетку сворачиваем красиво. Раз, два. Стебель. Крепим к стеблю. Раз, два. Горячий клей. Раз. И с обратной стороны. Два. Вот. Ну, это такое немножко получился, потому что тут было тоненькое. Сейчас мы сделаем. Потом закрепим, и это будет в букете нормально. Еще.
Приклеили. Теперь берем наши цветочки готовы, берем нашу бумагу, сворачиваем ее вот так и закрепляем степлером по краям. Раз, два. С другой стороны также. Раз, два. Таких 4 штуки нам надо. Коробочку беру поменьше. Раз, два, три. Последняя. Раз, два, три. Все. Теперь будем оформлять наш букет. Берем одну из наших. Сейчас уберем все лишнее. Так. Складываем так, как вам нравится. Как красиво будет. И берем цветочки, раскладываем. Так, минуточку, еще нюанс. Кстати, мы хотим прицепить. Сейчас прицепим. У нас есть немножко не очень красиво вот из этой штуки. Бумажка, мы ее обрежем, чтобы никого не смущать. Тут подлиннее. Все. Чтобы у нас более плотная такая была упаковка, мы ее вот так складываем. И опять же нашим степлером замечательным крепляем. Все, теперь упаковываем. Цветочек, еще цветочек. Можно вот так вот класть, будет даже интереснее. Дальше, вот этот, который у нас болтается, мы его тоже сейчас упакуем. Вот. Так, берем еще нашу бумагу. Посмотрим, какую. Такую. Пойдем одним слоем на эти цветочки. И на них еще складываем цветы разными уровнями. Самое главное, чтобы смотрелось все красиво. Вот так. Тут даже мы вот так сделаем.
повыше. И еще добавим. С пеппером опять скрепляем. Вот что получается. У нас еще осталось. Так. Смотрим. Немножко не так. Все, последний штрих. Вот у нас последняя осталась, наша пленочка. Мы ее еще скрепляем. Еще по частям. Раз, два. А с другой стороны также. Загибаем. Раз, два. И чтобы вот это у нас спряталось внутрь, этой стороной внутрь делаем. У нас еще один цветочек остался, мы его вот так вот поставим. И все будем закрывать. Смотрим. Получается, в принципе, очень даже ничего. Так. Раз, два, три. Все, мы тут закрыли. И смотрим, как нам лучше, чтобы было это все. И внизу вот эту часть сейчас закрываем. Отрезаем нашу пленочку, еще часть. Складываем ее пополам. И берем наш край. Сейчас выровняем еще вот это все поближе. Пополам режем. Также опять как букетик собираем.
На скотч клеем. Старайтесь одной полосой, не шире. Так, вот наш букетик получился. Сделали с бантиком его. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо!